Привет, друзья! Сегодня с вами будем готовить необыкновенно вкусную и очень легкую закуску из огурцов. Готовится просто, получается вкусно. Такую закуску можно приготовить и взять с собой на пикник, а также подать к молодой картошечке или к мясу. Все ингредиенты и их количество пропишу под видео, заходите, смотрите и, конечно же, готовьте. А кому интересен рецепт приготовления, оставайтесь вместе со мной. Сначала подготовим огурцы. Огурцы моем под проточной водой и с двух сторон обрезаем хвостики. Огурцы можно брать маленькие, можно брать средние или крупные. Очень мелкие огурчики я разрезать не буду, а возьму средние и крупные. Разрезаю пополам и на 4 части. Далее в огурцы добавляем соль, сахар, через пресс пропускаем чеснок, мелко нарезаем зелень укропа и петрушки, укропа я беру чуть больше, и отправляем сюда же в огурцы. Берем 1 столовую ложку 9% уксуса. Сразу скажу, что лимонный сок сюда не подойдет. Если вы не любите кислинку, можете взять 6% уксус. В такую закуску по желанию вы можете добавить немного острого перца, но добавляйте его по вкусу. Я люблю огурчики с легкой остринкой, поэтому нарезаю перца не очень много. Берем небольшую кастрюльку, в кастрюльку наливаем примерно 50 мл растительного масла без запаха. Масло очень хорошо разогреваем и горячим маслом сверху заливаем закуску. Теперь закуску необходимо очень хорошо перемешать. Снизу вверх перемешиваем. Накрыть тарелкой и отправить в холодильник на 1-2 часа. И после этого закуска будет готова. Ее можно будет подавать к столу. Если вам понравился рецепт приготовления очень быстрой, оригинальной и вкусной закуски, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А также смотрите мои другие видео, оставляйте свои рекомендации и, конечно же, пишите комментарии. Не забудьте подписаться на мой второй канал, ссылка находится под видео, вам там будет интересно. А также заходите в группу ВКонтакте в Одноклассниках, делитесь своими рецептами. А вам всем скажу, чем больше вас, тем интереснее готовить для вас. Готовьте, экспериментируйте на своей кухне, и все у вас получится. Всем хорошего настроения, готовьте с любовью, всем пока-пока!